Негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие социальные услуги, получат субсидии из регионального бюджета. Ивановские парламентарии проголосовали за принятие закона о социальном обслуживании и социальной поддержке отдельных категорий граждан, который регламентирует порядок и возможности такого финансирования. Теперь ряд услуг жители области по своему выбору смогут получать как в государственных, так и негосударственных организациях. Это больше помощь в обеспечении медицинских услуг, измерение артериального давления, помощь оказания в доврачебной медицинской помощи, в том числе и немедицинские услуги в плане сопровождения различными медико-социальными услугами, экспертизы в том числе. Это обеспечение инвалидов, пенсионеров и групп, которые попадают в группу социального обслуживания, различными техническими средствами реабилитации.